также хочу призвать вас молиться за нашу страну, за наших воинов, за Збройные силы Украины, за тех, которые сегодня защищают нашу страну и не дают, чтобы в нашу страну пришло это зло, насилие и убийство. Вот. Призываю вас молиться за Збройные силы Украины. А также я хочу вам напомнить слова Господа Иисуса Христа. Иисус сказал, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Дабы всякий верующий в Иисуса Христа не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус, Он отдал свою жизнь за каждого из нас. Он пострадал за тебя, меня, другой человек. Он уплатил на кресте. Если мы уплату Христа принимаем, каемся в своих грехах, Христос нам грехи прощает. Если мы Христа отвергаем, самим придется платить за все свои грехи. Христос не только умер, Он воскрес, Он есть живой. И Он призывает всех людей покаяться, обратиться к Нему. Покаяться – это признать все свои грехи и попросить у Иисуса Христа прощения. Примиритесь с Богом, читайте Евангелие, молитесь Богу. Мы дарим бесплатное Евангелие, Новые Заветы, дарим детскую Библию. Кто желает, может взять. Молитвенники.